Рядом со мной находится Елена Столярская. Буквально пару минут мы ее забрали со сцены и привели сюда на интервью. Елена, какой вопрос вы сегодня обсуждали и какую тему затрагивали? Ну, мы говорили о диджитал-технологии в клиентском сервисе. То есть это то, что сейчас является таким очень важным трендом, который помогает выстраивать максимально эффективные отношения с клиентом. Потому что если говорить про ключевые тренды, безусловно, это максимальная персонализация. То есть мы уходим от общих рассылок, мы уходим от спама, мы уходим от единых скриптов. И как это сделать максимально эффективно? Ну, здесь нам на помощь приходят технологии. Как мы можем собрать информацию о клиенте, как мы можем ее обработать, как мы можем ее использовать, как и чем мы можем удивить наших клиентов, сделать сервис максимально комфортным и таким вау-эффектом. Елена, спасибо огромное, что были с нами. Вы произвели фурор своим спичем. Я сам слушал вас с открытой челюстью. Всего доброго. Спасибо. Второй день CPM подошел к концу.